Вы поняли, что я тоже как бы своя там и прочее. Я хотела спеть кого-нибудь из великих, например, Навел Матвееву. Я ее очень люблю. Даже когда была маленькая, мы с ней жили в одном доме. Она ходила к нам в гости, я этим очень горжусь. Дружила с мамой. В общем, я тогда спою Навел Матвееву, хорошо? Только какую вот? Платок вышивает цветной, ни старый, ни новый. Я знаю, ко встрече со мной мы нынче готовы. Свои же намерения означу словами. На сивом намерении я приеду за вами. О, вот ведь какая судьба! Исключительно злая судьба. О, вот ведь какая судьба. О, поразительно злая судьба. А впрочем, извольте понять, дороги ужасны, и вряд ли я стану гонять коня напрасно. К тому же мой конь семенит, идет как по буквам. И скорости, чтобы сменить, я пеший приду к вам. Ох, вот ведь какая судьба. А впрочем, ботинки надеть нельзя без расходу. В них можно стоять и сидеть в любую погоду. Но портить ботинки ходьбой не так по душе мне. Я лучше приду вам босой, так будет дешевле. Ох, а вот ведь какая судьба. Впрочем, извольте понять, болят мои пятки. К тому же дороги опять у нас беспорядки. Не скоро до вас добреду, устану уже скоро. Я лучше со всеми приду, прощайте, сеньора. Поразительно злая судьба.